Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук. Я вас приветствую на канале «Худая корова». Вот так вот я назову свой канал. И хочу вам показать. Прилетели канадские гуси и волонтеры. Наши гуси их звали, звали, вот они прилетели. Вот интересно, будут ли они к нам, придут они к нам и будут ли они с нами жить теперь. Вон, посмотрите, как кричит эта утка. Вот они так и гуляют, выжили, Наталкина маленькая уточка. И вот мы купили ему девочку. Конечно, девочка очень, она крякает ужасно. Видите, она их зовет. Волонтеры. Я зову их волонтеры, они уже второй день прилетают. Ай, ну посмотрим. О, видите, мои гуси. Они, кстати, начали яйца откладывать. Гуляют они. Ужас. Короче, скоро моя утка зазовет всех. Да? Ну чего ты зовешь? Нам не надо больше гусей. За них в тюрьме дают срок. Ну да, если убьешь вот такого гуся, дают реальный срок. Ну могут дать реальный срок. Если это все сделал умышленно, конечно. Вот, а так штраф. Вот так вот. Они охраняемы. Эти гуси охраняемы законом. Охраняемы государством. Успокоились. Но это сейчас, это ненадолго. Сейчас будут опять они кричать. И вот так вот. Не знаю, когда это все закончится. Надеюсь, они у меня в теплице жить не будут. Вот такие вот дела, думаю, покажу вам. А, вот такой вот моих гусей и уток и волонтеров. Люс! Что там, Люс, делаешь? Люс! Люс! Иди сюда, худышка моя! Худышка номер один! Люс! Тощая! Люс! Но надо, наверное, назвать свой канал «Тощая корова». Тощие коровы. Вот так вот. Ну, спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.